Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, наконец-таки тот самый день настал, когда мы возвращаемся с вами на наш прекрасный остров. Простите меня, друзья, я, наверное, по-больному сейчас ударил. Мы немного в другую игру играем. Короче, это прекрасная игра. Гораздо лучше той, по-любому. Короче, это симулятор рук на острове. Симулятор выживания рук. Не знаю, как-то так. И мы должны с вами прямо сейчас попасть на чей-то остров и помочь этому человеку выживать. Смотрите, он как будто сейчас обосрется. Черт, все занято. Давайте креатним игру. Создать. Мы можем ходить. Даже прыгать можем. Давайте попробуем поплавать. Это первое. Мы сканируем местность на наличие полезных предметов. Вот. Кокос. А? Вот так я могу взять? Почему два пальца? Это тебе что, шар для боулинга? Вот так я готов к выживанию. Иди сюда, кокосик. Что это за существо, живущее на этом острове? Присел. Присел, кокос получил. Вторая рука на подмогу. Давай, примагниться. А? Козявочка, никак не отлипнет. Ты уйди. 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 Я вижу этот момент, когда тебе срочно надо воспользоваться рукой этой, но там вот прилипло. Ну вот, вроде бы нормально. Берись, кокос. Вот он. Смотрите, как руки выворачиваются. Будем качать мышцы. Вот, хорошо. Встаем, встаем. Медленно, аккуратно посмотрите на мою тень, как я медленно встаю с опаской. Да блин! Кокос, ты не так прост, как я думал. Хорошо, схватили его. Так вот, встаем. Давай, смотри вперед. Есть! Наконец-таки я вижу остров. Я думаю, что нам надо повыше забраться. Вот сюда. Спайдер-атак! Где он? Неужели он так визжит? Это я визжал. Вот это больше похоже на правду. Давай, давай. Вот. Можно еще выше. Что за стрёмный звук? Все, мне начинает преследовать мои галлюцинации. Я совсем одичал на острове, а в одиночке находиться. Давайте теперь мы этот кокос зашвырнем. Клянусь, он должен разбиться. Давайте аккуратненько сбросим себя, чтобы аккуратно сдохнуть. Ибо здесь жить нет смысла. Уже ночь, а я все кокос никак не могу взять и разбить. Где он? Давайте лучше посмотрим на созвездие. Вот это вот точка. Вот это вот. Это созвездие «Чтоб я сдох» называется. Какой неприятный звук я издаю. Не пугай сам себя, мальчик мой. А вот это, что это? Пишите в комментариях, как называется это созвездие. Точнее, нет. Пишите в комментариях вот это созвездие. Посмотрите, какое насыщенное. Давайте, кто придумает ему название, тот вообще молодец. Я лайкну этот комментарий. Тем временем я подыхаю. Как же я неудачник. Что это? Я взял камень в руки и сдох. Последнее, что я вижу перед смертью, это созвездие. Все, я часть вселенной. Ноль выживших на острове. Тогда почему я до сих пор вижу все, что происходит вокруг? Прикиньте, когда ты умираешь, ты все равно видишь все вокруг. Просто ты не можешь сказать об этом. Вот это отстой. Вот, давай, заходим. Черт, он хочет, чтобы я пароль ввел. Ну ты дурак. Зачем? О нет, они бросили меня. Давайте создадим еще. Я жду тебя, мой друг. Кто-то должен зайти ко мне и поиграть со мной. Пожалуйста. Ладно, я и сам справлюсь. Где кокос? Я тебя найду, кокос. Ну-ка, давайте попробуем на дерево скарабкаться. Такое возможно? Схватиться за дерево и карабкаться, нет? Не получается. Мое дерево, только ты меня понимаешь. Что это у меня такое? Что это у меня торчит? Это пузо мое, что ли? А когда я смотрел на день, казалось, что я очень стройный. Очень белые трусы, учитывая обстоятельства, в которых я нахожусь. Так, дерево. Сбрось мне кокос! Хоть чуть-чуть! Тебе что, жалко чуть-чуть кокоса мне? Возьму камень. Ты, камень, пойдешь со мной. Понятно? Берись. Есть. Смотрите, как быстро ножками перебираю. Лягушка! Лягушка! Постой, 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 постой. Посмотрите, как я бегу. Я очень хочу есть. Стой, как тебя убить? Подохни. Нет. Открадываемся аккуратненько. Одну руку поставил. Вторую руку поставил. Нет? Куда она делась? Кокос! Ура! Эй!
давай! Да что это был за трюк такой, кокос? Ну? Куда я его зафутболил? А если он разбился, весь сок вытечет? Вот ты где, а? Ты может местныкаться? Пожалуйста. Куда ты? Под камень? Ты что, краб? Есть! Ну давай, давай! Есть! Все, пошел в жопу камень. Теперь ты, мой друг, кокос. Мое. Ом! Просто заглотил за один раз. И вторую часть тоже. Я очень голоден. Надо вот так вот элегантным мизинчиком, как англичанин. Попьем кокосика. Ом. О, вкусно. Что мы можем сделать с этими кокосиками? Модненький стильный купальничек. Или наколенники. Или шляпу. Снимаю шляпу перед вами. Все, это мне больше, я так понимаю, не нужно. А что мне нужно? Скоро будет холодно. Мне нужно наломать палок. Ты будешь палкой, если я тебя начну ломать? А? Сволочь. Нет. Черт, нет. Температура. Я в опасности. Вот, лист. Его надо поджечь. Для этого нужен камень. Вот первый камень. Сейчас мы до тебя доберемся аккуратно. Он может быть ядовитый. Я же ничего не знаю про дикую природу. Вдруг он кусается. Есть. Черт, я замерзаю. Нет. Искра. Погодите. Мне нужно найти что-то поджечь. Да я весь остров готов сжечь, лишь бы не замерзнуть. Змея атаковала меня. Где? Где? Где была змея? Нужна вот такая коряга. Спасибо меню, что помогло мне. Тигр? Я тигр, хорошо, что здесь нет людей, я один хожу, веселюсь. Я так понимаю, я должен с ним сразиться, чтобы отвоевать территорию. Пойдемте найдем камень. О, это дерево, я его разожгу потом. Ну все, тигр, you're gonna die. Я буду тебя бить камнем. Вот тебе. А! Нет! Он загрыз меня! Важнее, чем грохнуть тигра, нету ничего. Как мультяшка иду. О, тигр! Ну все, кранты тебе! Где ты, тигр, твою мать? Пчела атакует! Весь теперь в волдырях такой. Когда тигр меня увидит в таком состоянии, он сам обосрется. Каждый раз сюрпризы. Что еще на меня нападет? НЛО? Тигр, значит! Так, оружие при мне. Иди сюда! Я буду вот так тебя бить по роже. Давай, получай! Да блин! Смотрите, я ему урон нанес, минус 15 дал ему. Я ему урон, а он меня уронил. Вот так вот. Ага! Урон тебе, дерево! Урон! Вот так. Ни хрена себе! А, аккуратней! Я с тобой еще не закончил. На куски тебя разрублю. Ты думаешь, я все? Я тебя буду на мелкие куски, на более мелкие куски. Ты думаешь, я все? На тебе, нет, кажется, это все. Значит, здесь будет мой лагерь. Гад ползущий, смотрите на меня. Хозяин, я принес добычу. Бросай. Куда он провалился в песок? Раскопать! Нет. Смотрите, я как Супермен лечу. Тигру по роже. Yes. Суперменский удар! Получилось! Ага! Нет, стой! Беги, чувак! Кулак болит немного после тигриной хари. Ну что, раз сейчас разомнем. Теперь нам надо найти всякие палки, чтобы сделать костер. Так, погодите, вот. У меня есть две палки. Кинули. Одна рука держит этот камень, другая вот этот. Страшный звук. Пожалуйста, разожгись, чертов костер. Что за говно? Должно работать. Да, я сдох. Нет. Мы учимся на ошибках. А значит, первое, о чем мы должны подумать, это, конечно же, костер. О, теперь я могу опираться на нее. Я очень старый человек. Как мне угораздило здесь оказаться? Я что, умер? Вот так положили. Куда? Она исчезла. Ладно, давайте возьмем вот тебя. Аккуратней, осторожней. Как страшно. Все в порядке. Медленно. Можно идти. Нет, стоп, это плохое место. Мы уже выучили. Вот сюда скидываем. Выкинул то же самое место, откуда взял. Скорпион? Что-то мне подсказывает, что сейчас я буду есть скорпиона. Умри! Так вот, размолоть его чуть-чуть. Иди сюда. Можно его съесть? Нельзя. Но получится хорошая чесалка для спины. Да и, в принципе, все тело. Что это? Куда? Куда пошли тени? Что происходит здесь?
Мне же плющит, видимо. Скорее кушать. Я вижу в этом кокосике страдальческое лицо. Прости. 17 часов, а я еще не разжег костер. Воу, о, боже мой! Сволочь, не работает. Уже сухая трава. Вот, так, кажется, я сломал. Я же ничего не вижу. Что это? Корабль! Это корабль вдалеке! Нам нужно разжечь костер, чтобы он нас увидел. Он прям сюда плывет. Надо помахать рукой. Эй! Сюда! Сюда! Надо кинуть в него камень. Сейчас он увидит плюх на воде. Черт! Какой тебе жест показать, чтобы ты среагировал? Такой? Он разворачивается. Не суждено мне покинуть этот остров. Не суждено сдохнуть прямо сейчас, кажется. Погодите. Будьте если... Как он не увидел мои ослепительно белые трусы? Погодите, захожу к людям! Ждем, пока начнется игра. Наконец-таки я буду выживать не один. Ладно, пока мы ждем, это дает нам возможность размяться немного. Есть. Только сейчас подумал, а ведь это не так хорошо, когда много людей на острове. Ведь кокосов на всех не хватит. То есть нам предстоит не только выжить, но еще и выжить друг друга с острова. Вот насколько надо хотеть играть в эту игру, чтобы сидеть в лобби столько времени? Че мы сидим играть? Давайте, пожалуйста. Не накопится 8 игроков, здесь всего 4 играет в эту игру. Я так понимаю, они ждут, пока я выйду, да? Они уже пытаются выжить меня с острова. Уже в менюшке ночь наступила. Старт игры, я хочу поиграть. Может быть, надо дождаться, пока будет 8? Ах ты, тварь, ушел! Зачем? Молодец! А, тварь! Есть! Наконец-то мы дождались! Вот они, в труселях. Let's survive. Не знаю, слышит он меня или нет. Be careful. There's a tiger. Это я. Палка! Отдал палку быстро. Но. Bring me this stick. Кем он принес мне палку? Лови! Bring me this stick! Давай сюда! 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 Well done! На, бери! Так, молодец! А, хорошо, элегантно, вот! Умница! Куда ты побежал, сынок? Пойдем за мной! Покажу сейчас, что! Видал? Ты где? Ой, аккуратней. Во! Он меня ударил палкой. Он меня хочет забить палкой. На тебе! Впечатать тебе камень в рожу. Все, убежал. Опа, еда. Есть. Теперь надо оружие взять. Вот, я буду двумя пальцами его бить. Вон он бегает с палкой. Смотрите, какая длинная палка у него. Но у меня зато толстая. Дуэль буддийских монахов, только без одежды. На. Стой. Человеку плохо. Помогите ему. Я проверю, жив ли он. Он не хочет есть, да? У него пропал аппетит. Какого... Ты попляжешь у меня. На тебе, дэмэдж. На. Блин, ты как так? А, я от холода сдох. Спасите. Все сдохли от холода. Вот почему надо сотрудничать, друзья. В принципе, это наглядный пример, какие чувства движут людьми в первую очередь. И это агрессия. Поскольку мы зареспаунились на острове, никто не понимает, что делать. Все показали друг другу пару жестов, поняли, как руки работают, и начали драться друг с другом. А значит, мы усвоили главную ценность этой игры в том, чтобы показать нам, кто мы есть на самом деле. Это просто воинственные... безмозглые существа, которые даже своим телом не умеют нормально управлять. Вот на такой ноте, друзья, мы с вами закончим играть в симулятор выживающих рук. Такое название. Я его не придумал, но, возможно, исказил. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилась эта игра. Если вы хотите, чтобы я в нее еще поиграл, и уже по-нормальному, по-профессиональному, как мы обычно это можем, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И не забудьте про уведомления, чтобы не пропускать новые видосы. Ты колокольчик нажимаешь, клак, и все уведомления включаешь. Вот, и все будет приходить. С вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, всем петюля. Сейчас. Вот так. Ну?
зависла. Ну, раз зависла, тогда вы шлепните, пожалуйста, ее сами. Раз, два, три и пять.